метро с подругой Дашей. На платформе ждем и дышим. Идет вагон полупустой. Сядем вон на те места. В сумке ждет меня Толстой. Странно только, где толпа. Двери поезда открылись. Мы нацелились, столпились. Пахло почему-то рвотой. Прямо дверь все в любовь. Крашилова по полу. Тебе на работу, мне надо в школу. Ногу в вагон я уже занесла. И перепрыгнув, делаю шаг. Подаша следом, мы четко успели. Девочки-соседки, свиглова. Переглянулись, это Арнуво. Поезд следует в Крашилова. А прямо затем иду в синий вагон и говорю в нее четко: 0857. 0857. 0857. 0857. 0857. Я на кнопку нажимаю 0857. Ты шуршишь, я отвечаю 0857. Будь внимательным и слушай. За спиной чужие уши. Осторожно, ей туннели. Донесется еле-еле-еле-еле. 0857. 0857. 0857. 0857. Женщина из соседних дверей выходит. Кричит нам, машет руками, водит. Говорит 0857. Снова затем 0857. Да скажите ему, и что происходит. Тесно подхожу к стене. Хрип со стенки. Планы в стопу. Из вагона выходит кричащая тетка со словами: 0857. 0857. 0857. 0857. Кнопку нажимаю 0857. Ты шуршишь, я отвечаю 0857. Будь внимательным и слушай. За спиной чужие уши. Осторожно, ей туннели. Донесется еле-еле. 0857. 0857. 0857. 0857. Прямо у двери все плевотят. Кремлины ждут меня на работе. Не раз работала на тех, кто при первой встрече вызвал мысль мех. Мы с тобой не подружимся. Не друзья мы, не друзья. Поток менять мне неохота. Зачем ты к ним пошла работать? Такое было раза два. И оба раза это родня. Брат, сестра, сестра, сестра. Не друзья мы, не друзья. Но ясно было с первого взгляда. Это злые гремлины, им и воды не надо. Поскудничают людей за просто так. За слово не в ответе три сестры и брат. Ты шагнула в вагон с блевотой. Может, стоило подождать. Но вот он. 0857. 0857. 0857. 0857. Я на кнопку нажимаю 0857. Ты шуршишь, я отвечаю 0857. Будь внимательным и слушай. За спиной чужие души. Осторожно, ей туннели. Донесется еле-еле-еле. 0857 0857 0857 0857. Я на кнопку нажимаю. Ты шуршишь, я отвечаю. Где проблема, номер знаю. Знаки всюду, номер знаю. Вечером метро. Приехал вагон бесприводный. Я села, стоп.